Лето – пора загородных выездов и шашлыков. И, конечно, любая гостеприимная хозяйка хочет удивить своих гостей необычным блюдом. Сегодня в нашем топ-10 быстрые, но изысканные способы приготовить мясо. На первом месте шашлык из осетрины. И самый оригинальный наш рецепт сегодня на первом месте – шашлык из осетрины с томатами и с зелеными яблоками. Как же правильно приготовить такое блюдо, чтобы все ахнули? Для этого я беру осетрину, нарезаем под наклоном, как вы помните. Вмещаем это в мисочку. Добавляем туда соль, перчика немножко. Берем томат один. Томаты нужно мельчить как можно помельче. Добавляем половинку яблока. Дольку лимона. Добавляем, выдавливаем. Добавляем болгарский перец. Тоже мельчим его. Лук красный. Немножко оливкового масла немножко добавляем. Все это перемешиваем. Рыба замариновалась. Можно нанизывать на шампур. Нанизываем осетрину гармошкой, чтобы проще было снимать шампура. Отправляем на огонь. Вот он, победитель нашей программы – шашлык из осетрины. Приятного вам аппетита!